Свистать всех наверх! Нет, я говорю свистать всех наверх, я тут капитан вообще. Поднять паруса, поднять паруса! Нет, я здесь капитан, поднять паруса, слушаемся меня! Я капитан! Ах ты ж говно, это мой корабль, понятно? Это мой корабль, я Джек Воробей, это мой корабль. Нет, теперь я здесь капитан, уходи. Я тут капитан, поднять всех наверх, не слушайте этого дебила. Не слушайте этого маленького дебила. Я тут капитан, я тут капитан. Я здесь капитан, капитан здесь я. Так, слушай, у меня для тебя предложение есть, предложение. Какое предложение? Вот, давай наши зрители рассудят. Кто думает, что Джек Воробей, точнее, капитан, капитан Джек Воробей, самый лучший капитан и, собственно, капитан этого корабля, то ставьте лайки. Я вообще сиськи. У меня нету сисек. Ты Джек Воробей с сиськами. Это просто это волосы. А кто считает, что Барбос самый Барбос, а кто считает, что Барбос лучший капитан, ставим большие пальцы вверх. Но все равно, даже вот хоть что они скажут, все равно лучший капитан Джек Воробей. Нет, капитан Барбоса лучше. Вот я отвечаю. Да что ты... Ах ты ж падла, иди сюда. Вновь. Не удержался, извини, не удержался. Так, стой, у меня есть хорошее предложение к тебе. Какое? Видишь вот эту бутылку? Вижу. Давай ее залпом. Залпом? Ну, я залпом. Для меня это будет легко, а вот ты вряд ли сможешь. Ай, я пока заберу все сосиски. То есть вот и сосиски, и тебе слабо. Давай выпить вот эту бутылку, да? Мне вообще ничего не слабо, а ну иди, сопляк. Ну давай, 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 попробуй. Готов? Давай, давай. Ты готов? Давай. Раз, два, три. Я могу ее еще вообще в голову разбить. Давай, давай, разбивай. Ау, да, сам разбивай. Давай, 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 я разобью. Давай, смотри, готов? Готов? Да! Не получилось, бутылка-то стоит, давай еще раз. Да! Воу! Вот так вот, это Джек Воробей все так. Слушай, ты слышал? Ты слышал? Лопнуло, да? Что-то лопнуло. Воробей, давай посмотрим, что произошло. Может быть, мы наткнулись на что-нибудь? Да-да-да, что-то явно произошло. Я вообще не понимаю, что произошло. Что-то я ничего не вижу. Так, видимо... Пойдем проверим нижние отсеки. Возможно, на нижних отсеках что-то произошло. Да-да-да, пойдем сейчас, подожди, пивасик возьмем. Да-да-да, пивасик, не забудь, забудь. Так, куда? Так, куда? Надо ниже опускаться. Где здесь? Я запутался. Вот здесь, да-да-да. Беги. Так, ну вроде пока все целое, да? Ну, не знаю, Барбоса, не знаю. Вроде бы что-то было, что-то явно было. Да все целое, что-то вот я вот слышал, но как-то вот все целое. Ага, целое. Вот говно, давай! Быстрее, с собой, закрывай! По-моему, это не помогает. Слушай, Барбос, у меня есть одно предложение к тебе. Какое? Покинуть корабль! Нет, я не хочу умирать! Покинуть корабль, все пропало! Покинуть корабль! Так, все, ты тупой, куда ты бежишь? Покинуть корабль! Всем куда? Покинуть корабль! Пират! Всё. Нужно спасти всех, да, насрать на них, поехали! Капитан всё, Джек Воробей, покидай, чё ты же! И что теперь делать, Барбосса? Ну, знаешь, мне кажется, не совсем все плохо. Почему? Ну, у нас есть лодочки. А как же моя черная жемчужина? Я был великим капитаном Джеком Воробьем! Ну, как бы я тоже капитан, да? Вообще-то я капитан. Ну, теперь я капитан этой лодочки. Может быть, поедем, посмотрим, что там на острове? Давай, а как твоя лодочка называется? Моя лодочка называется Черное Бестие. У меня называется Черная Акула, ну пойдем. Ура! Это йо-хо-хо! Так, что, мы приплыли. Пришвартовываемся, бах! Вот так вот нужно. Теперь у нас даже лодочек нет. Ну и ладно. Зато у нас... Ничего нету! Есть палка! Есть палка, мы можем кого-нибудь... Положи пистолет. У меня есть пистолет, и в нем есть, знаешь, я думал, что я скажу, одна пуля, но у меня там есть 64 пули. 64 пули? Так, ну что, смотри, тут какая-то кровь, Барбоса. Так, мне кажется, это кровь убитого животного, или человека. Сейчас мы узнаем, пойдем. Пойдем по крови, по следам. Кстати, это обломки, да? Да, это обломки нашего кораблика. Эх. Весь наш экипаж погиб. Весь наш экипаж. Вон он, наш экипаж, я вижу что-то. Они обосновали здесь деревушку. А, ну это же наши чуваки, да, пацаны, здорово, мы... А, это, кажется, не наши чуваки. Это не наши чуваки. Стреляем по ним, бьем их. Давай.
Откуда у тебя столько патронов? Ты сказал, у тебя только 4. Я сказал, у тебя 64. Давай, бей их. Ах ты ж ублюдок, а ну иди сюда. Бег, бег, бег. Ты где взял саблю? У меня только палка. Я же капитан Джек Воробей. Вот ты вообще говнюк. Кто это? Кто это? Смотри. Бьют меня, какой-то скелет. Боже, это какие-то аборигены. Помоги мне. Помоги. Мне помоги. Я с одной палкой против всех. Вы запомните этот день, когда чуть не умер капитан Джек Воробей. Где ты там? Помоги мне, Джек Воробей. Я отстреливаюсь. Бегу. Бегу! Я с палкой тоже как жесткий. Ой. Знаешь, слушай, что, а что это за поселение-то такое? Подожди. Знаешь, что у меня есть? Что? Здесь баночка с землицей, Что у меня, угадай-ка. О боже мой. Вот. Кстати, слушай. О, что это такое? Там что-то есть. Там что-то светится. Вау! О, пойдем. Мне кажется, это самое светлое то, что могло случиться с нами сегодня. Согласен. Ну что, попробуем? Ну, давай попробуем. Надеюсь, оно не просроченное, то есть все будет хорошо. Знаешь, Барбос, я так хотел сказать. Слушай. Что-то я, может, еще по одной, м? Подожди. Знаешь, что хотел сказать, Барбос? Что ты самый лучший пират на свете. А ты самый лучший капитан. Ой, спасибо, ты тоже. Надо еще по одной, да? Подожди. Чтобы пить еще, предлагаю пить тост. Тост предлагаю. Тост. Я тост предлагаю. Значит, за каждую выпитую рюмку должны буду ставить лайк. Так мы их уже знаешь сколько выпили? Сколько? Ого, столько лайков в мире нет. Ну давай еще выпьем, да, мы выпили 10 тысяч, нужно пить еще больше. На 10 тысяч лайков? Да. О, это будет вообще. О, что-то мне плохо. Что-то мне плохо, Барбоса. Ты тут это, смотри. Нет. Так, все, это не для показа, всем пока.